же чудо тебе. У меня две, я две с собой захватила. О любви. Да? А вдруг я начну читать про любовь, а она или меня выпишут, или вас не дочитаю и буду страдать. Как так? За день почитайте ее. Крупно написано, быстро. Смотри, какая. Сидит, молчит. Будешь читать? На. Там все такие жизненные. Люди пишут. И вот Розетта, вам дать? Нет. Трое детей. Это что, просит это? Да, не маме, да. Трое детей. Маме-маме. Лейтенант Петренко, трое детей. Рассказал дочке сказку про колобка и подытоживаю. Вот видишь, не послушал колобок бабушку с дедушкой и съел его лиса. А если бы послушал, говорит дочь, они бы его в самом начале сказки и сожрали. А так хоть погулял. А стихи тут, Лекер. Напоследок, как прощаться нам с тобою, мой любимый. Прошу чай тебе и травку, лучик солнышком анимой. Чтобы не был ты счастливым рядом с женщиной другой. И в минуты поцелую сердце полное тоской. Не пугайся шутки, милый. Буду жить я не скучая. Ты свободен, как и раньше, но не пей ты все же чая.